Всім привіт! Ми починаємо нашу програму «Мозаїка дня», як завжди, о 8 ранку з однією важливою метою – дарувати вам позитив, дарувати багато корисної інформації і кожен раз дивувати вас незвичайними справами одеситів. І сьогоднішня наша зустріч не виняток. Попереду у вас чекає багато цікавого, але спочатку в нашій студії традиційно для вас, дорогі телеглядачі, звучить пісня. Читала літо, слабий голос в тишині. Під водами і куполами храма, і сина воспитав отдать войне. Так не хотела, не хотела мама, так не хотела, не хотела мама. И вот теперь молитва в тишине. В огнях свечей лилась молитва в тишину. Всех, кто любил и знал, сегодня вместе. Он так же, как и ты, играл в войну и жил в подъездном и беспечном детстве. И в этом мире всем хватало места, и не делили на куски страну. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война, когда мы все сошли с ума. Но Бог еще не бросил нас. Огни свечей горели звездами в слезах, и отпевал священник сына душу. И помнит мать, как в письмах он писал: не бойся, мама, я войне не слушай. И писем больше слать уже не нужно. Я через месяц приезжаю сам. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война, когда мы все сошли с ума. Но Бог еще не бросил нас. Идет война несуществующих врагов. Горят в церквях поубиенным свечи. Молитесь, и, быть может, дураков. В стране безродной станет чуть поменьше. Ну а пока покрыты
сотни женщин, знамена черных траурных платков. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи в день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война, когда мы все сошли с ума. Но Бог еще не бросил нас. Дорогие друзья, это был Николас Учава, лауреат многочисленных конкурсов. И эта песня прозвучала не случайно, как напоминание, что война – это зло. И так как наша программа начинается с военной темы, еще не утихло волнение вчерашнего дня победы. Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это праздник скорби, праздник радости, праздник, который связывает прочной нитью прошлое и настоящее, связывает прочной нитью молодое поколение и поколение прошлых лет. Поэтому вчера все внимание было направлено на ветеранов, на участников боевых действий, а сегодня мы, конечно же, о них опять поговорим, снова поговорим. Но сегодня в нашей студии молодые люди, которые поделятся своими эмоциями, своими чувствами, своими мыслями, как сохранить в нашей прекрасной стране мир, и как они хотят развиваться под светлым солнечным небом без войны. Буквально через секунду я их вам представлю. А сейчас традиционная викторина, которую я провожу по вторникам, а победители получают культурный поход в Одесский русский драматический театр. Вопрос, конечно же, касается военной темы, и он звучит следующим образом. В каком году Одессе было присвоено почетное звание города-героя? Еще раз повторяю вопрос. В каком году Одессе было присвоено почетное звание города-героя? Мы работаем в прямом эфире, вы это все прекрасно знаете, поэтому звоните нам по телефону 0482-638-638 и отгадывайте вопрос, который я только что для всех вас озвучила. А призом станет билет на двоих в русский драматический театр на представление «Секстет в летнюю ночь», который состоится 15 мая. Звоните 0482-638-638. А я спешу представить вам своих многочисленных на этот раз гостей. Представитель общественной организации «Интеллектуальный форум Украины» Лариса Козловская, преподаватель Одесской частной общеобразовательной школы 1-3 ступени Ника М. Наталья Обнявка, а также с нами сегодня воспитанники этой школы, школы Ника М. Анна Курочкина, Никита Матковский, Анастасия Твердохлебова и Дарья Цуканова. Здравствуйте, дорогие гости. Я очень рада приветствовать вот в такой дружной компании сегодня у нас в программе. Не так давно, в канун 9 мая, вы все, а также ваши друзья, одноклассники посетили ветерана войны, участника боевых действий Александру Матвеевну Беспалую. Я к вам хочу сейчас обратиться, юное дарование. Поделитесь, расскажите, кто стал инициатором данной акции и как вы к ней отнеслись? Как вы, какие чувства вы испытали вот в момент вот этой важной, как мне кажется, встречи? Конечно, мы хотим поблагодарить в первую очередь интеллектуальный форум за то, что они нас так часто привлекают к подобным мероприятиям. Мы всегда рады, нам всегда это нравится. В течение встречи с ветераном войны в первую очередь мы чувствовали благодарность.
благодарность за победу, за то, что мы успели почувствовать вкус мирного неба нашими головами. Чувство, честно говоря, сложно передать. Нам много рассказывали истории о войне. Это, с одной стороны, заинтересовывает, но, с другой стороны, так становится тяжело и, ну, как бы не страшно, потому что бояться этого глупо, но какую-то тревогу навеивает. Да, у нас телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро, отойдите от телевизора, да, и мы вас внимательно слушаем. Доброе утро, молодежь. Говорите. Насчет войны 1939 года наша Вторая мировая война, а значительно раньше. 1936 года, когда издали германские войска, напали на Испанию. Это один вариант. Второй вариант. Города героя Одесса пришло в 1965 году. Это в фактах. Да. Может быть... Это правильный ответ, да. 8 мая 1965 года. Вы еще с нами? Нет. Ну, дорогой телезритель, значит, вы получаете билет на двоих в Русский драматический театр на представление «Секстет в летнюю ночь». Вы быстренько положили трубку, позвоните нам еще раз, и администратор вам расскажет, где и как получить свой билет. Спасибо вам за звонок. А мы продолжаем. Кто еще может поделиться своими эмоциями, чувствами? Я тоже согласна, что когда мы зашли туда, очень чувствуется гордость и большая благодарность. Тоже вот, конечно, когда нам рассказывали, вот даже вот ком в горле стоял, когда понимаешь, что вот даже дети, вот как мы сейчас, переживали такое, что вот никому не пожелаешь. И правда, вот тому патриотизму, тому героизму действительно есть чему учиться нам, молодежи, вот, которые шли, вопреки всему, ради той самой победы для своей Родины. Ну что ж, дорогие наставники, дорогие инициаторы вот этой миссии, очень важной, как мне кажется, вот расскажите, насколько важны вот такие встречи. И я так понимаю, они не единственные. Эти встречи происходят постоянно, и вот почему. Есть прошлое, которое не перепишешь. И есть история, как взгляд на это прошлое, которое постоянно изменяется. И сегодня нам, украинской нации, украинскому народу, нужно иметь свой взгляд на место и роль украинцев в этой страшной войне. Иначе эти взгляды нам начнут навязывать извне. И мы должны понимать, что нация, которая потеряла 40% своих сыновей и дочерей по сравнению со всеми союзными республиками, безусловно, считает эту победу своей, безусловно, вместе со всеми. Но это страшная победа. Страшная, поэтому мы с легкостью присоединяемся к воззрениям европейским на эту войну, как на трагедию. Разве это не трагедия? Утрата такого количества людей. И поэтому для нас ценен каждый человек, который остался после этой мясорубки. Каждый. Мы искренне любим каждого, кто остался, потому что это носители нашей истории. Мы не ответственны за наше прошлое, но мы ответственны за память о нашем прошлом. Поэтому мы везде ходим, и поэтому мы помним. И поэтому сегодня в нашем народе нет этого победобесия. Это для нас, понимаете, это день отрицания войны. Мы отрицаем войну во всех ее проявлениях, какой бы она ни была, потому что только в условиях мира мы можем жить, развиваться, мы можем видеть наших детей, мы можем строить их будущее. Поэтому это вот так вот важно. К сожалению, история не учит нас тому, что нужно делать, но она, безусловно, учит нас тому, чего делать не стоит. И вот эти акценты мы делаем для наших детей, делаем и будем делать. И для нас ценен не просто каждый год жизни этих людей, которые являются носителями этой правды, а каждый день жизни этих людей, поэтому мы будем к ним ходить. Да, их, к сожалению, не так много осталось. Да, родители идут рядом ветеранов. Да, и каждый день, каждая минута, каждая встреча, проведенная рядом с ними, это, конечно, это большой дар. И в плане войны, и в плане вот этих воспоминаний тяжелых и нужных для нашей молодежи в плане жизненного опыта. Ведь они столько пережили, столько прошли, видели разные эпохи, разные мировоззрения. И сегодня очень важно действительно слышать их,
слушать их. Да, они же не несут штампы, чувствовать. Они говорят, как было. Да. Вот и все. Ведь они настоящие. Да, что вы можете добавить, Наталья? Ну, из года в год страшная страничка уходит в прошлое, в нашей истории. Из года в год редеют ряды ветеранов. И хочется сказать, наверное, всем нам, да, огромное спасибо. Спасибо за мужество, за героизм, за отвагу. И на этом подвиге учится наше поколение. Да? Наш долг, что сохранить этот вечный подвиг в наших сердцах. Ну и, конечно, хочется всем ветеранам пожелать крепкого здоровья, долголетия, мира, благополучия, всего самого хорошего. Да, я знаю, что вот во время встречи звучали стихи, которые вы читали, ваши одноклассники, возможно, читали для ветерана. И это здорово, стихи о войне. Да? Можете прочитать несколько строк? Настенька, расскажи. Я рассказывала ветерану стих, но это как бы уже положенная на музыку песня «Баллада о матери». Я могу немножко рассказать. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Больно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Да, это уроки боли. Уроки боли, которые сегодня нужно об этом знать. Вот вы правильно сказали, что нету будущего без памяти. Если мы не будем эту память сохранять, если мы не будем это все прочувствовать, то наше будущее, конечно же, будет не совсем радужным. Да, и сегодня, к сожалению, Украине идет война на востоке страны. Мы, к сожалению, не можем говорить о мире. Но очень хочется, и каждый из нас старается как-то приблизить этот день, когда, наконец-то, небо над Украиной станет мирным, солнечным, светлым. И каждый как может. И вот хотелось бы сейчас, чтобы каждый из вас вот пожелал каждому из нас, всей нашей стране, что нужно сделать для того, чтобы приблизить этот мир, и для того, чтобы военные и всякие другие конфликты не повторялись. Я думаю, что самое главное – это дружба и любовь. Мы должны дружить, мы должны любить друг друга, относиться друг к другу с уважением. И только тогда и только это сможет облегчить нам жизнь. Да. Я считаю, что самое главное – это, опять же, достичь мира, а потом достичь какого-то единого мнения в конфликте. И чтобы каждый внес свой вклад в это, нужно, чтобы мы понимали, что все мы люди, и мы, значит, мы можем достичь компромисса. Да, компромисс. Это главное в решении любого конфликта. Я думаю, нужно вспомнить немного прошлое, вспомнить те ошибки, которые совершали, и постараться больше их не совершать. Самое важное. И горячо любить свою родину, ведь это тоже важно, правда? Это, конечно, важно. Да? Я считаю, что все должны вспомнить, что все мы братья-славяне и должны объединяться, а не ссориться между собой. И показывать, что мы великий народ все, и какие достижения мы в прошлом достигли, и какие должны достигать в будущем. Да, ведь прогресс, развитие возможно только под мирным небом и только в мире, в любви, в согласии и в единении. Школа Ника М, я так понимаю, принимает активное участие в различных акциях. И встреча с ветеранами, с пожилыми людьми, да, и много других акций, которые они проводят. Вот
прививая любовь вот молодой поросли, скажем так, общественным проблемам, общественным делам и города, и всей нашей страны. Можете поделиться некоторыми из них самыми яркими и важными? Поделитесь акцией. Ну, я могу привести один пример. Давай. Например, у нас существует в школе традиция, каждый год перед обычной линейкой мы проводим линейку, посвященную славянской письменности. Кроме того, у нас стоит камень, это памятник Кириллу и Мефодию. Мы благодарим их за нашу азбуку, за наши буквы, за кириллицу. Мы о них помним. Мы тут тоже празднуем день, посвященный им. Да, чудесно. Да, слово, вначале было слово, да, и благодаря словам, да, люди разговаривают и находят те самые компромиссы, и какой-то происходит контакт между людьми, да? Да, вот мы также еще проводим, вот мы часто ездим, вот каждый год мы ездим к ветеранам, и еще у нас есть тоже традиция, мы всегда в школу собираем, в детский дом игрушки, да. Всегда отвозим, посещаем тоже, стараемся помогать как можем. Чудесно. Ну что ж, друзья, давайте сделаем небольшую паузу. У нас есть сюжет о посещении этих замечательных ребят и их одноклассников к ветерану войны, о котором мы уже рассказали. Теперь давайте все-таки мы покажем вам эту теплую душевную встречу, встречу участников школы Ника М с Александрой Матвеевной Беспалой. Давайте посмотрим. Принимать цветы и быть в окружении детей Александре Матвеевне не привыкать, ведь она отработала в школе более 30 лет. Однако эта радостная мирная жизнь была уже после трагедии, которая перечеркнула молодые годы женщины. Ветеран не понаслышке знает, что такое Великая Отечественная война. Была разведчицей, связисткой. Всех тягот, которые эта хрупкая женщина вынесла на своих плечах, перечислить невозможно. О каждом эпизоде тех событий она вспоминает так, как будто это было вчера. Сколько людей погибло? Я не знаю, вот в третьей линии обороны Москвы, так там дали, там захватили наших, ну, людей собрали, и вели их, и когда наши начали наступать, догонять их, окружать, они перебили всех. Вы знаете, наверное, с 1000 человек положили. Женщина участвовала не только в обороне Москвы, но и боролась с врагом на Дальнем Востоке. Тогда, рассказывает Александра Матвеевна, все, в том числе и она, готовы были отдать жизнь ради самого главного – победы и мирного неба над головой. Поздравить в этом году ветераны Великой Отечественной войны с 9 мая пришли ученики Одесской школы Ника М. Ребята говорят, эмоции от встречи с таким человеком переполняют их душу и сердце. Радость и гордость, что я могу просто находиться рядом с этим человеком. Я поняла, это не важно, если у него медали сколько их. Главное, что он защитил нашу страну. Преподаватели школы рассказывают, общение с ветеранами, которые были свидетелями исторических событий, важны для формирования личности ребят и благодарны организаторам за такое мероприятие. Вот сегодня мы с удовольствием приехали поздравить ветерана, сказать огромное спасибо за то, что вот благодаря таким, как Александра Матвеевна, нынешнее поколение знает о той боли, о том подвиге. Очень часто мы принимаем участие вместе с интеллектуальным форумом, в фестивалях, в разных мероприятиях, за что огромное спасибо, что нашу школу приглашают, наши детки принимают участие. Представители общественной организации «Интеллектуальный форум» рассказывают, это уже не первая встреча школьников и ветеранов, да и активисты интеллектуального форума при ветеранах в решении бытовых проблем поддерживают материально. Пока такие люди здесь, с нами, нам нужно просто черпать из этого кладезя мудрости и собирать те зерна добра и отваги, с которыми они прожили всю свою жизнь. Еще раз свое уважение и благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны на встрече ученики выразили уже в стихах. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пусть память верную они хранят об этой муке. И дети нынешних детей, и наших внуков.
что ж, вот такие теплые встречи проходят в канун 9 мая, и не только. Я знаю, что вот вы уже сказали об этом, да, что вы посещаете ветеранов как можно чаще, как есть какая-то свободная минута, есть какой-то повод, и без повода вы к ним спешите на встречу для того, чтобы зарядиться, наверное, вот той энергетикой и услышать слова, советы какие-то, слова... Напутствие, наставление, да. И вот очень важно, что происходит с вами после этих встреч? Что меняется в вашей душевности, в вашем мировоззрении? Происходит какая-то перемена? Ну, состояние очень, конечно, вот сердце бьется, когда думаешь об этом. Страшно просто подумать. Конечно, потом несколько вот дней или даже неделю ходишь и постоянно думаешь. Очень тяжело. Когда думаешь об этом, то уже как-то и поступки свои, да, немножечко выверяешь. Да? Вот вы становитесь, наверное, более добрее, что ли, да, друг другу. Да, для того, чтобы не ругаться, чтобы не допускать вот этих конфликтов. Хочется помогать друг другу, хочется избежать любого конфликта, потому что это действительно страшно. Словами не передать ту благодарность, которую я испытываю к таким людям, потому что это люди, буквально живые легенды, потому что... То, с какой отвагой они боролись за наше светлое будущее, это достойно уважения. И я считаю, что помнить о них нужно не только 9 мая, но и все остальные дни в году. То есть всячески им помогать. Они этого заслужили. Что вы делаете? Вы являетесь хорошим примером для всех школьников одесских и не только. Школьников всей Украины. А у нас телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Насчет Кирилла Мефодия. Но хочу вам сказать одну из свежих справку. Это были славянские братья, которые именно непосредственно создали кириллицу Моши. Но они были из Словакии. Это два брата было, Кирилл и Мефодий. И они создали эту кириллицу. Они из Словакии, из Моравии. Спасибо большое. У нас будет программа посвящена этому прекрасному событию. Мы об этом поговорим более подробно. А кто еще что может добавить? Я считаю, что их подвиги – это настоящий героизм, и что, вот как до этого говорили, их надо помнить всегда, благодарить их, не забывать, и делать акцент на том, что мы их помним, любим и благодарим за то, что они сделали, за то, что они отдали свою молодость для того, чтобы у нас сейчас был мир, добро и любовь. Они пожертвовали собой ради нас. Каждый раз, когда смотришь на мирное небо, нужно благодарить тех, кто сделал что-то для этого. Золотые слова, действительно, благодарность, она порождает светлые, хорошие дела. Я со своей стороны хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, я хочу поблагодарить Интеллектуальный форум Украины за то, что вот в лице Ларисы Козловской, за то, что она... создает, аккумулирует вокруг себя молодежь и инициирует такие важные миссии, значимые, которые являются нашим будущим. Мы с разными школами, ходим с 35-й, вот с разными ребятами, которые живут действительно, как написано в Писании. Самый страшный грех – грех неблагодарности. Они благодарны. А в отношении конфликта, вы знаете, давайте вот веселее как-то вот на это посмотрим, как сказал Жванецкий, да? Конфликт – это борьба невежества с несправедливостью. Надо больше знать, чтобы не конфликтовать. Потому что когда мы обогащены знаниями, мы не опираемся на чье-то мнение, а делаем собственные выводы на основе, на базе знаний полученных. Давайте будем узнавать побольше, давайте будем активно в это внедряться, входить в нашу историю, и давайте творить нашу историю вместе. Чудесно. Что ж, друзья, я благодарю вас еще раз за эту миссию, что вы выполняете, за то, что вы помните ваших старших товарищей. Благодарю вдвойне за то, что они делают, и дай Бог, чтобы таких акций было как можно больше. Дорогие ветераны, и еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы сделали для всех нас, и дай Бог вам здоровья еще много лет быть с нами и быть нашей опорой, нашей поддержкой, и просто радуйте нас своим присутствием. Я думаю, каждый из нас хочет сказать спасибо. Да, мы чем сможем, мы поможем. Это спасибо вот от этой молодежи, золотой молодежи нашей Одессы,
которое будет творить наше будущее. Друзья, я хочу еще раз вам представить, что с нами были сегодня представитель интеллектуального форума Украины Лариса Козловская, преподаватель Одесской частной общеобразовательной школы 1-3 ступени Ника М. Наталья Обнявка и учащиеся школы Ника М. Вот такие талантливые молодые, не безразличные к тому, что происходит вокруг нас, молодые люди. Дорогие друзья, сейчас у нас музыкальная пауза. Я хочу представить вам Кэти Джиджавадзе, которая исполнит для вас замечательную песню про нашу еще более замечательную Украину. Величної країни Дорогие друзья, в эфире программа «Мозаика дня», и мы продолжаем. В конце апреля коренной одессит и успешный фотохудожник представил на суд горожан и гостей города Одессы свою персональную выставку, которая называется «Город, который я вижу во сне». Каждый зритель яркого парада одесских сюжетов мог насладиться им словно большим букетом из чувств и эмоций, пропитанными ароматом Одессы.
Одессой такой, какая она есть. А какой ее видит автор фоторабот, мы узнаем прямо сейчас, так как он на студии, а речь идет об Андрее Ковачи. Здравствуй. Здравствуйте. Андрей, выставка, которая сейчас находится во Всеукраинском центре болгарской культуры, и с ней можно познакомиться в любой момент, является вашей второй персональной выставкой. Как долго вы ее готовили, как вы отбирали работы, и какие работы, на ваш взгляд, все-таки удостоены быть показаны Одессе, ну и всему миру? Это фотовыставка «Плод 5 лет моего увлечения фотографией, когда в 2011 году я решил сделать это увлечение более серьезным, я купил первую зеркалку. И на выставке тоже есть одна работа с этого периода. Из первых, вот интересно, давайте поговорим об этом. Что это были за первые работы? С чего началась ваша фотокарьера, скажем так? Это был Приморский бульвар в тумане. На ней изображен пожилой человек, который идет за парочкой, и вдали в тумане можно увидеть группу людей. Это что я увидел на этой фотографии, это то, что смена поколений. Рано или поздно каждый из нас пройдет эти ступени. Отбор работ я производил на протяжении года. В прошлом году я решил, что насобиралось достаточное количество работ, и их нужно отсортировать, и хочется их все-таки показать. Тогда я не имел представления вообще, что это будет. Просто отбирал фотографии, скидывал их в одну папку. А вот по какому принципу вы их отбирали? Я знаю, что все работы для автора, они все родные, одинаково, ну, интересные, что ли? Или кто-то помогал, или сами? Ну, помогала моя любимая жена, с которой мы вместе отбирали работы. Которая является вашим первым зрителем, скажем так, да? Да, можно, наверное, сказать, первым критиком. Да. Отбиралась чисто по, как бы, ощущениям внутренним, нисколько, хоть город, который я вижу во сне, но, естественно, сразу вспоминается песня Утесова. Как бы это одна из нот, которую я хотел подчеркнуть, что это все-таки об Одессе, а не то, что я вижу во сне. Фоторабота исключительно об Одессе. Исключительно об Одессе, но не везде вы увидите Одессу, так как я снимал достаточно много портретов уличных, одесситов, одесситок, маленьких одесситов. Очень любимая тема моя, ну, наверное, любого человека. Дети всегда — это цветы жизни. Они всегда интересны, всегда непредсказуемы, не всегда непосредственные и честны. И эмоциональны. Да. Ну что ж, давайте насладимся несколькими работами фотовыставки «Город, который я вижу во сне», который в данный момент проходит во Всеукраинском центре болгарской культуры, и ею можно насладиться в любой момент. У нас есть небольшой сюжет об этом, давайте посмотрим. Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться.
и вдоволь не мог надышаться. У Черного моря родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. Лишь небольшая часть фоторабот, фотовыставки Андрея Яковича «Город, который я вижу во сне». Андрей, я вот в который раз просматриваю фотографии, и я понимаю, что это не только новый профессиональный виток ваш, но и еще одно признание в любви любимой Одессе. Да, я думаю, что каждый человек, который посмотрит выставку, наверное, должен это почувствовать. Еще раз влюбиться в Одессу. Я ставлю это на оценку зрителя. Да, это здорово, потому что очень много эмоций, действительно. Вот давайте поговорим о ваших любимых работах. Есть ли они и что это за работы? Одна из любимых работ, это, естественно, последняя, наверное, с которой началось видео, это колоннада с целующейся парочкой. Любимая, потому что она была очень как бы спонтанная. И эмоции наиболее свежи. Она была, я ее включил буквально в самый последний момент, так как снял, ну, 2-3 недели назад. Самая свежая. Да, и наиболее как бы эмоционально выраженная из всех. Ну, а вторую хочу все-таки упомянуть, та, которая с обложки, с афиши. Дворик молдаванки, мальчик выбегает с... подсвеченный солнцем, такой именно колорит одесский, который мне больше всего понравился. Мне нравится цвет, который появился на этой фотографии. Я ее изначально... И люди, там молодое поколение, более взрослое поколение, то есть Одесса, как она есть, да? И так как, в принципе, многие люди ее знают, именно такая колоритная, интересная. Да, вот вы любите фотографировать улицу, мы это уже поняли, да? Но еще больше, наверное, все-таки портреты людей. Или наоборот, или как? Вот, ну, портрет – это сложное направление, как мне кажется. И это все зависит что вас от привлекает? Того… Ну, кто-то занимается, я не знаю, физикой, кто-то музыкой. Но это должно нравиться. Если тебе нравится, то это тебе не доставляет каких-то… трудностей. Это, наоборот, какие-то трудности наиболее тебя подстегивают к улучшению, к преодолению этих трудностей. Я пробовал много разных жанров, более не менее уже мой жанр сужается в какое-то несколько направлений. В какие направления? Ну, уличный портрет, уличная фотография, пейзаж пока... от меня отходит, хотя я тоже снимаю пейзажи Одессы, насколько их можно назвать пейзажами. А вот, Андрей, скажите, какую Одессу вы больше всего любите? Вот утреннюю, просыпающуюся Одессу, бодрствующую или вечернюю? Или тут не имеет значения? Какого-то предпочтения вообще в течение моего увлечения не было. В последнее время люблю снимать летом. Не летом, а в полдень, когда солнце яркое. Обычно это считается временем не очень благоприятным для съемки. Как правило, но оно да. получается интереснее, если умеешь подобрать ракурс так, чтобы солнце отсвечивало от каких-то от стен, подсвечивало людей на улице. Ну и интересно.
Да, то есть вы ищете не только новые грани Одессы, да, но и какие-то новые технологические моменты. Ну, оно не технологическое, оно все было, есть и будет. Просто кто-то идет по учебнику, как бы следует этому. Мне кажется, нужно что-то искать новое. Ну, как у каждого своя дорога. Кто-то идет по проторенной дороге, да, а кто-то ищет какие-то новые. В любом случае, тот, кто увлечен своей, как бы, темой, он всегда рано или поздно откинет все, ну, правила и начнет делать что-то свое. Вы целиком и полностью занимаетесь фотографией, да? Нет, у меня много разных увлечений, но вот фотография за последние лет 10, ну, пережила все другие увлечения. И хорошо, вот выставка есть, она радует своего зрителя, есть интересные работы. Что дальше? Что дальше? Ну, мне... Новые годы поиска, терзания творческого, да? Я не строю каких-то конкретных планов. Я делаю то, чем я увлечен. Может быть, через год я буду делать что-то совершенно другое. Я, честно говоря, не знаю. На данный момент у меня набралось достаточно много фотографий людей на скамейке. Пока что это один из таких пунктиков, который, возможно, скоро выльется, да, в какую-то вот интересную фотовыставку. Я надеюсь на это, дай бог. Да, и вот вы так сказали, люди на скамейке, это очень интересно. Ведь там, наверное, вы фиксируете людей с разными эмоциями, ведь правда? Каждый сидит на скамейке и думает о чем-то своем, и это, наверное, видно на его лице. Это забегая наперед уже, но это интересно, мне кажется. Да, и... В чем моя изюминка, как мне кажется, я снимаю людей открыто, я не прячусь. Там, многие, то, что я вижу в интернете, выкладывают фотографии, они снимают с длиннофокусными объективами, то есть они далеко, их люди не видят. Угу. Я обычно подхожу близко, может быть, пару слов мы говорим, стараюсь это сильно надолго не затягивать, потому что это может быть очень долго. Действительно любят поговорить, да. Да. Еще хочу отметить то, что много разных ситуаций бывает, потому что люди очень разные. Так, 50 на 50. 50. Вот интересно, да, как люди реагируют на фотографов, на возможность остаться в истории, да? Ну, многие так не реагируют, как на возможность остаться в истории. Как больше я сказал, негативно все-таки или 50 или на 50, где-то 50 может негативно, от крайности какой-то, там может 2-3 человека на 100 бывает крайне негативно реагируют. Кто-то так думает, ну, фотограф или там турист наприехали. Кто-то пытается узнать зачем, почему, чем я занимаюсь, для чего я это буду использовать. Ну, бывает по-разному. Некоторые люди, наоборот, еще предлагают, давайте мы там... Дополнительную фотосессию, да, хотят сделать. Ну да, Одесса многолика, Одесса разная, и тем она и интересна, да, для творцов, для авторов, для фотографов в том числе. Да, мне нравится знакомиться, особенно когда встречаешь... именно таких вот колоритных одесситов, которых мы знаем из анекдотов. Много еще таких осталось? Крайне мало, но еще можно найти. А где ваши любимые места? Где вы их выискиваете, эти колоритные персонажи? Я специально не ищу практически ни одна фотография. Специально я никуда не хожу. Вот, ну, есть разные фотографы, кто-то выискивает специально место, ждет подходящего момента. Я ничего не ищу. Если у меня есть возможность выйти на улицу, там, по делам пойти или просто прогуляться, я беру с собой камеру. Обычно это центр Одессы, исторический. Иногда меня заносит на Молдаванку. Ну как же, Одесса без Молдаванки... Невозможно. Там все еще есть колоритные места, колоритные персонажи, коты одесские.
Да, без больших которых количествах. Молдаванка не молдаванка. Ну и я состою в фотогруппе «Город». И каждую субботу мы собираемся и снимаем, что как бы мы группой решим. Допустим, это молдаванка или какое-то другое место. Вы так выбираете вот какой-то район. Да. И выходите на фотоохоту. Да. Вот вы много лет уже, вы сказали 5 лет, и, наверное, больше, да, вы еще занимаетесь фотографией. И каждый раз вот что-то новенькое открываете, что-то открываете Одессу вот с какой-то новой, другой стороны. По этому поводу трудно что-то сказать. Я думаю, да. Я думаю, да, иначе не было бы столько фоторабот, не было бы замечательной фотовыставки «Город», который я вижу во сне. Да? Одно, как бы, когда накапливается, тогда есть что сказать или показать. Так вот наперед, ну, трудно. Я думаю, будут еще много, много фоторабот, и мы обязательно насладимся вашим творчеством. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что с нами был известный фотохудожник Андрей Ковач. Друзья, а вы можете еще успеть насладиться его персональной фотовыставкой, которая называется «Город, который я вижу во сне», и сейчас находится в Болгарском центре, Всеукраинском центре болгарской культуры. Она будет работать до 17 мая, так что спешите видеть новую, яркую, интересную Одессу. Дорогі друзі, а я прощаюся з вами. Любіть життя таким, яким воно є, але робіть його трішки яскравішим. Побачимося за тиждень, а завтра о 8 ранку зустрічайте Анну Левшину та її цікавих гостей. А зараз посміхаємося і йдемо тільки до перемоги. Усього найкращого! We'll be right back.